на пару с Герской. Не только. Нет, у меня тоже повисло. Да, опять сервак мозга идет. Да, просто бывают откаты. Давайте сейчас это мобов зальем 5 минут на всякий случай сделаем, чтобы, блядь, нас нихуя не случилось во время пола. Да, ну зачем? Давай прям во время этого дисконнекта можем убить. Все в порядке. Ну, Анфрой, получается, да, ты без бута спринцов, а там тебе что-то надо было. А мой ятель упал как раз. Вот. Обоешка. Охуя себе, у меня аукцион показывает 3300 за нее. Явно пиздит, она всегда 200 стоила. Может, просто ты выкупил стену? Такая опять ломали вроде бы. Ладно, у тебя там еще много места. У меня 46 лотов мест. О, я тебе знаю, кому что буду скидывать. Блять, а если... Объект кидай на меня, я это поношу пока что, чтобы сумки не занимал у тебя. Блин, я тут делал вот эту хрень, которая... Хуета, да? Ну, кровь могучего героя. Да что ж нам столько тактиков выпало? Нормально, что вы привыкли их контролить. А весь панк бежит. Да, это называется рафландоминки, блять. Вот что они делают. Тактиков играйте, тактиков контрольте, тактиков играйте. Блять, я ебаных 11 секунд пробежал в пауке. Знаете, вот из-за таких моментов какая-то агрессия и зубы скрипят. Когда ты 11 секунд в пауке бегаешь, блядь. В следующий раз говори, я собаку вызову. У меня там быстрый призыв ее есть. Ну, у меня тут в рейде Керия, Кини, Лудерская, Матрасу, Лисекс и Гагапал. Вот больше вопроса к Лисексу, блядь, и Гагапалу. Какого хуя, уважаемые вы, два моих хила, я 11 секунд пробегал в ебаном пауке. У меня есть теория на этот счет. Чтоб ты не хилил, они это накрутили ХПС, а пока я... Точняк, кстати, они выбили тебя из гонки на 11 секунд. А, я думаю, вряд ли они 8 лямов нахилят, блядь, за 11 секунд, чтоб догнать. Так, я жду, короче, делю урон. Короче. Сейчас у нас тут будет небольшой рофл поминки. Сейчас будем учиться делать квест на шею. Короче, тактика, блядь, галактика. Мы избегаемся все в крест, но никто не бьет его, соответственно. Бежит, соответственно, флоскоюзер, потом лицом в пол, потом ежик. Кусает лицом в пол, и мы въезжаем. Единственное, что, Сань, скорее всего, мы не успеем тебе сделать этот квест, потому что, блядь, умрет она быстрее. Там три укуса успеем. Я просто, если что, я ступать не буду. Братюня, ты не бежишь с танком, я бегу с танком. Я ловлю укус, ловлю зеркало, и потом только ты забираешь. Ну, в смысле, не там он тебе такой. Сначала, короче, мы все бежим. Короче, я буду стоять за спиной, пока не скажете поменяться. Ага. Ну, пока вообще не подбегал, с рейдом стой. Единственное, что, соответственно, напомню, флоскоюзера. Вторым должен быть погрев у нас лицом в пол, поэтому никто, блядь, не бьет, кроме Асариныча, который напуливает во флоскоюзера. Не надо на меня... А, на него, да, можно. Да я не собираюсь на тебя напугать. Давайте, поехали. Без ДБМчик. Все побежали. Ой, блядь, одень грань. Ты грань-то одень. Не сопей, так он в бою может это делать. Все в крест встали. Сейчас пак будет.
чего. А как кукус вампира на Вэтвейфе, блядь. Мы с Дубами сразу же вайпнемся, ну типа. Кукус дается на третьего по огроде, на втором. Игра думает, что... Ничего страшного, шоку, это, шаман меня укусишь. Чуть-чуть правее отойдите. Ну, уже поздно. А чё, кто? Зеркало ловим. Зеркало мне. Это кто был? У нас ДПС раньше убить. У нас ДПС это хуя. Я не буду стопать это говно, потому что, блять, вот такой вот произойдет. Малейший косяк, вайп. Да, поэтому я не собираюсь тут стопать ДПС, надо, чтобы он его укусил. Там просто 4 укуса надо будет сделать, там очень долго. 3. 3. 3? 3 должны успеть, я так думаю. Сколько же тут ГП? Ну, плюс ты еще ГП, Саньку, да, базардиру, блядь, вот такие приколы. Ну, как только ГП начнешь начислять, там, да. Да, я записываю блокнотик. Бля. Да вот вы шутите, да, я ведь реально, блядь, практически все косяки помню, кто че хуярил. Я просто хотел, чтобы Саня... Просто хотел, чтобы Саня квест сделал. Да. Я так и понял, блядь. Из добрых побуждений решил убить 25 человек, да? 24. Кстати, уважаемые Пуги, Кимиру и Холдбрнд, вы знаете, что тут делать? Вагоны, мы вагоны, а не Пуги, ну да, знаем. Я с X2 пришел, там я этот CLK вдоль и поперек вылезу. Соответственно, хорошо. Но я говорю, блин, уважаемые Пуги и Вагоны. Пуги и остальные. На Синдре можно полежать, чтобы этой хуйней не заниматься? От меня все равно ДПС не будет. Нет, будешь пиздить. Особо шлёнку будешь лутать. Да. Да. Мы тебя, если что, продадим за дёшево. Блядь, точно другую сторону, ёбаный рот. Другую сторону, блядь. Сука, все по привычке направо, блядь, побежали нахуй. Да. Согласен только за это. Не туда бежать. Пошёл, вроде тоже проход. Не знаю, локи раскидайте, что ли, СС, и там, типа, пока. Чтоб мы не бегали в лес. Я давал СС. Да, смысл, если мы, блядь, под боссом, блядь, падаем, в смысле не бегать, так это бегать будем, блядь. Масс-рез. У меня, кстати, есть масс-рез, если чё. Я тут узнал, что он моего этого шамана не кикнул, нахуй. Заебись. А ты ВКонтакте, блядь. Батлок ВКонтакте, блядь. Да. Да зачем вы на меня СС накладываете, блядь? Зачем на друлей надо? Ну ладно. А чё, по приколу, я, блядь, тут есть умру самый последний, блядь. Надо было на меня кидать. Так, у нас единственное, что у нас Гагапалу хуёво, он отваливается. Давай, братан, удачки. А мы это, походу, будем, блядь, сейчас 4 хила нахуй хилить. А где холод, Ранга? Так, а кто у нас должен крутать? Зашёл раньше, Ранга. Нажми там вернуться на кладбище, кнопка у тебя по центру вверху. Уже вернулся. Кто у нас квест делает? Зон пол. Так а чё, может тогда мне в хила спекнуться, так и просто будем захиливать всё. Не, он не танком должен быть, он ДДшкой должен быть. А, точно, танка же не укусит. Да как не укусит, укусит. Укусит, точно. Мы уже проверяли. Просто его сложит. Если он в ДД будет там. А если в танке, тогда ДПС потеряем. И ещё М в руках у него должен быть. Ну да. А он не ДКшка, чтоб шеймом танчить.
ДКшки, кстати, проще всего с квест делать получается. Чисто похуй, в танке идешь и делаешь. Просто лед, даже не обязательно, просто лед нажал в танк и попер. Тут хочет вот этот рога зайти помочь. Вот этот какой? 270-й. Блять, я каждый раз начинаю смотреть гильдию, смотрю, блять, что за ники? Думаю, где все? На Сауру, на тьму, у кого стоит паладина. Блять, надо дом ебаный поставить. По-моему, у меня. Да, у меня. А чё? На взлётку отдаёшь, Эма. Хорошо. А кто нам вообще нужен? Можно спросить? Давайте рогу присумоним. Нам сказал помог. Нам хил нужен ещё или что? Ну, вообще, да. Может спросить тут в этой гильде? Или не надо? Ну, спроси. Так это самое. Мы выяснили, он должен быть третьим по агру или всё-таки вторым? Вообще всегда был вторым, блять, кусало. Когда Фрой по этим, блять, раскидывает. Короче, говорит, без гольфа играет. Так, понятно, без проблем. Короче, давайте в 4 хила, блядь, не знаю, жопу напрягайте. Надо просто ему сказать, чтобы он мы не били, а то он не знает, что будет бить. Надо предупредить. Там позже пул. А, заебись, блядь. Кто сказал пулить? Станьте. Блять, я не пойму, вот кто-то, блять, сказал пулить или что нахуй. Опять убой. На, сбегитесь на пакте. Тяни через 5 секунд. Ёж, вставай. Вы можете встать в ёбаный крест. Лицом шаман пол, меня укусишь. Шаману все укусишь лицом в пол. Блять, рофу, конечно, блять, пак сейчас будет. Крест, забегите, чё вы встали, как бык на сал? Я не понимаю, я вам крест для чего, блять, ставлю? Или вы все ханты дохуя? Шаму сейчас справа встаю. Роющий. Ну, рога убежит. Кош нажал, блядь. Надеюсь, он кош нажал, или нам пизда. Нам пизда. Мог, блядь. Диван, диван, дайте диван. Это тут не... Это тут не работает, не работает здесь диван, блядь. Не надо лишнюю инфу. Бесполезны здесь диваны, блядь. Она так хуярит. Через диван, блядь, через зеркало. Так, а диван хули толку-то? У нас все равно масрез станет. Ну, мало того, что масс-средства нет, он еще не работает, блядь. Спасибо за помощь, правда. Сейчас ливнет, прикиньте. Ну, нормально, это ж рога. 25 киллов вот так вот в один клик. И на каждом БГ так сделаешь. Не, ну объективно он вас выебал по урону, блядь. Но это было бы странно, чтобы он не выебал вас по урону. Да, так он сразу выехал. А все остальные мало того, что... Ну, блядь. По-моему, встанет все-таки, блядь. Нам надо, чтобы ежик пиздил. Значит, конечно, надо. Второй, надо, чтобы два танка, надо, чтобы пиздили. А кто за ними будет? О, мне пизда.
Да вы заебали, вы можете по центру не бегать, блядь, ну вы можете нахуй сделать, блядь, ну хоть что-нибудь нормальное, ну, блядь, ну, ну почему каждый раз, блядь, одно и то же? Нормально, я накосячил, я заплатил за это. Вас то, блядь, не соберешь, что вы, блядь, хуйню какую-то делаете. А можно, блядь, меня сумануть, я просто залагал и перезапускал игру. Теперь я в Долоране. Нажми. Кнопку. А, все, я долбоёб. Ну, блядь, может, ну, чел, вон, видите, человек крашнул, он тупо 1,5 ляма урона дал, блядь, тихули. Блядь. Короче, этот Лиса на пул даст братю, у него Сарин на пул даст, соответственно, блядь, флоскоюзера. Саня хочет, не хочет, станет там третьим, блядь. Давайте, блядь, реально уже нахуй 2 часа, блядь, без перерыва хуярим. Блядь, хуйня какая-то. У кого-то есть с собой почта? Да, я смогу. А, хотя ладно, не надо. Нахрена я это доставила? Да, спасибо. Давай 10. О, хуйня! Короче, я с пацаном этим играл, с таким же тоже что-то, ну, шпала. То есть мужская сетка, она 2.43 в высоту. Это чувырло, подходит к сеточке, поднимает руки вверх, у него кисти, вот, ну, на сетке получается, кисти висят. То есть, обидите, он прыгает еще, у него там просто, он выпрыгивает по голову. Эта шпала тощая еще была и высокая. И ты такой... У меня... Как у меня кореш 186, который Бен Стиллер, постоянно шутил шутки, как будто бы я карлик. Хотя я 176. Опа, как это сходил, нормально. Как ты догадался, Слава? Я бывший волейболист и баскетболист бывший. Ну, как петух. Нет, в колледже я раньше играл, да. Ебал прогноска волейбол. Я просто ходил... Извините. А потом перестал, потому что, ну, работа, как бы, ты хуй успеешь. Нет, я ходил с 6 класса, занимался им. Силовая. Я же так, как ракета, для меня и вся планета черно-белая. Что? Любую точку мира? Это не понятно. Это называется байт. Ну тогда я не понимаю, как это типа. Ну, у него закончил. Зачем он Глебу писал? Нет, это наши рейды такие, а у него просто учеба. Нет, просто у него учеба, загруз по учебе. Ладно. Ну, тут не только из-за учебы.
Ну, много чего на самом деле, тут целый список. Я не знаю, ты вот там у Авелани уже спросишь. Да. Да. Ну вот я его читаю. Блять, а кто это Робик и Квадрат? Ну, типа, во-первых, он написал 7-дневный РТ. Потом он перегрел из этих 7 дней. Потому что, типа, у него важная роль в рейде. Ну да. Ну, короче, он пишет, что устал. Простые рейды ему легко, типа, давались. Типа, там, ульда какая-то, РС и так далее. А всякие ОКЗС, ВКХМ, потери приора. Отсюда вторая причина ливнуть. Потом пишет, что ему не понравилась обстановка в последнее время. Ну, кстати, он такой не один. Так. Еще со времен, когда просто так пикнули Аламаунта. В те времена, по его мнению, был расцвет гильдии. Так. Хотя он просто типа спросил насчет... Ну, ладно, так. Уходы, ливы, действия Вайда, про подсунных и так далее, и нужные ссоры, которые просто тратили время. Отсюда вылилась проблема с набором в ГИ. Ну, это я согласен. Те, кто хотел вести наборы, как-то развивать гильдию, помогая Вайду, от таких действий потеряли интерес. Ну, это тоже правда. И Вячеслав, мне это также не понравилось. Ну, то если... Почему? Почему нельзя обеспечить? Ну, хотя бы не два дня РТ, хотя бы сколько? Ну, давай подумаем. Так, этот день выкинуть нахуй. Этот оставить, сместить сюда. Этот сюда. Этот сюда. Раз, два, три, четыре. 4 дня РТ. Вместо себе. Такой вопрос. Вот и все. Может даже 3,5 дня вместо 4. Ну, 4 главное дня вместо 7. Скажем так. Я просто не понимаю, как бы, смысл нам... Короче, можешь объяснить смысл ГМХМа? Вот так. Наверное, нет. Просто я не до конца понимаю. Смысл ГМХМа? Тут все. Ну вот я хочу узнать, чтобы понимать. Но при этом всем я туда хожу, лол. Mm.
Но пока мы... Пока мы одеваем людей, которые... Вот, тыны наши. Одеваем своих твинов, одеваем своих твинов. По факту. Да я... Дело не в этом. Дело... Дело не в Ливе, дело не в том, типа, что куда-то надо уйти. Просто я немножко, может, не втыкаю что-то смыслами. Но это единичный случай, что просто мета поменялась, и тут снова мета поменялась. Вот и все. 40 минут инст. Боже, если ты будешь целкая десятку собирать, это в пятницу во сколько? Примерно? Я хрен знаю. Может рано, может днем, может утром. Не знаю. Я думаю, на учебу просто скататься, а после учебы уже там будем делать. Ну, да, мы это ближе к пятницу, спишемся там. И на учебу хоть? Я на учебу хочу съездить. Я узнал, что у меня красный диплом, надо хоть, не знаю, появиться в деканате, поулыбаться. Понятно. Что ж, хорошая крестина. Подставка под кружку будет под пиво. Да, давай с тобой завтра хоть сейчас спишемся, там я еще спрашиваю, там людей просто. Будет красивая красная. Еще фотку на паспорт сделать надо, мне же. Ну как, мне как 20 исполнилось, надо менять уже. А то потом штраф платить, вот эти вот 5000 не хочется. Слушай, а вот исповедь в тебя кидают, ты ее не видишь, что ли? Вообще прям? В смысле, по что? Да я у себя же спрашиваю. Я просто с приста в него исповедь что? Кидают. А что? В чем вопрос был? Реакция. Я просто читал. Что? Ну, исповедь, я вижу. Ну, ее. Видишь ее? Вот прям как она летит. Ну да. Она мне не вырезана mm-hmm. почему-то. Вот и не надо. Надо. Ну ладно, всем доброй ночи. Доброй. Может ликануть мне, я вырежу ее. Полный дошел. Охуенно, блин. Сейчас он еще шутит по рейда. Надо все это вырезать. Все, ее уже нету в игре. Да, блин. Он ее удалил. Я хочу стереть вот эти все приколы. Сейчас я в тебя с шаманом буду ложку кидать. Звучало предложение сначала не понимал так. А? Ложку кидать это такое себе, конечно, удовольствие. Так там же вроде такой автопять лужи, нет? Нет. Это чарка. Что, шаманов это чарка, это ТГ что? Бля, понял. Пойдите там спать с моим этим крестом. МТ.
умер, блядь. С интернетом. Сейчас зайти протанчить его. Ёжик, ресы. Меня ресы, у меня масс-рес есть. Ботлока. Ботлока ресы, да. Не вставайте. Я вам под стеночкой аккуратненько лежу. Бля, охренеть, какая забытая функция, блять, в этой жизни. Тяжело, тяжело. Ну, блять, МТ вылетел, как бы, что сделать-то? Без масс-реса тяжело. Ну да. А кто был третий? Ёжик? Ёж второй был. Блять. Чё-то тогда, блять, вопросы. Меня так. Первого укусило, я не знаю, как это произошло. Ну, так ты вот, типа... Давай им медведя спекнуть за танку. Да хрена. Дело-то не в этом было. Ну, если фласка юзер постоянно летает. Детка, я не туда побежала. Я туда побежала. Ну, встань, просто тебя засумонит. Ау. Ну, бывает, бывает, блядь, чё, мы же никто ничего не говорит. Джесса воткнул. Чего? Же встоял. Пойду встаял. В том, что-нибудь в старом. Ну тут же его в танку, получается, вообще можно не бить. Просто главное потом встать в зеркало и разделить. Ну, да. Сначала надо агрон набирать, чтобы на второй позиции быть. А лицом в пол должен быть третий. Ну, что-то это у нас как-то не так работает, блядь. Блядь, у меня просто места на умане не хватит. На экране, блядь. У меня есть. Я скоро буду играть в окошке, блядь, один на один сантиметр, нахуй. Мне кажется, тоже второго кусает по агро. Ну, все. Ну, вот, и, типа, блядь, вот я тоже думаю всю жизнь, блядь, второго кусал. Второй выходит и просто ебалом щелкает перед лицом у нее. Ловит дебаф и стоит, смотрит на нее. Ну и, соответственно, напуливает, блядь, во фласка юзера, а Саня просто бурстит. Сань, ты, может, тогда в армса ебанешь, блядь, просто нахуй и крутилку и всего. Там и напуливает-то не обязательно. Главное просто смотреть за Оманом, чтобы он был вторым, чтобы не срывал. А, ты в армсе, блядь. Тогда он будет первый, ну так вытык, блядь. Тогда надо напуливать на ДК-шку. Я вот так вот сделаю, блядь. Часы. Может, слышишь, Вань, может нам вообще не подходить? Вот тут РДДшки стоим, нахуй все РДДшники тут стоим. До если вы не будете его бить, то нихуя страшного не будет, блядь. Поехали. Так, раз все равно бьют. Сука, блядь, вот я сейчас буду смотреть, кто пиздит, нахуй. Чё, чё, пуляйте, бегите, 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 бегите. Мы все в крест, просто в крест бежим. Ну, лица, блядь. У нас петы ебашат. Человек. Ну это понятно. Щабакт. Укус на мой дверь. Сейчас тени будут. Кемеру побежал. Да я уж. Это что такое, блядь? Так, 3 секунды.
На Тарасу побежал. Выдвоев у тебя 10 секунд. Через 4 секунды. Сайдет вам в пол. Ни хрена у нас не получится. Тени 5 секунд. Мацик побежал. Пак через 4. Пакт. Подвигайтесь на компакт. Тени через 5 секунд. На правую сторону. Торбозавр побежал. Бабл нажмешь. Ему отдай. Как только она взлетит. Блять, кому сказал бабл отдай? А у тебя же это центр хилан. Т4. Тогда уж. Сбежи здесь быстрее, поднимай, сейчас так будет. Забить, враг умер. Рибаф ему дайте. Укус через 20 секунд, пак через 5. Пакт. Мацик побежал. Пакт через 5 секунд. Пакт. Тень через 5 секунд. Кемир побежал. Инер есть, дать любой. Нема накончилась нахуй. Лисекса на Тарасу, блять. Потом залейте нахуй этот гимны. Я на хп уже давал, могу только на ману дать. Центр хилам, живите свои сейвы, жмите. Блять, забыл сказать паладинам переключить, ёбаный это. Успевайте куда-то. Не похуй, забивайте ее. Просто забейте хуй. Сбегитесь быстрее. Сейчас тени будут. Тени. Нанфрой. Что, не убить? Саня еще дважды надо укусить, блять. Ну шипета добейте. Да, и шипета убивайте. Блять, бегитесь, пожалуйста. Вы тени на бегемошке. Вот сейчас Геру. Нахуй Геру, блять, как неинтересно. Еще одна. Ее осколками. Нахуй Геру, с Геры ее неинтересно убивать. Не везет сегодня на осколки. Ну где все осколки? Да потому что ей 7 штук осталось, играю, ее теперь троллит. Так где ловикоил-то, блять, вот он. Эти знаки, это же Т10 улучшает, да?
Да. Да. ШП 4-4 носит. Или нет? Да. Все, займись. Саня, как ты, каким хреном ты успел его сделать? Ты же два раза только укусил. 4 укуса было. Там не ему, по-моему, надо укусить 3 раза. Ему. А именно ему надо 3 раза укусить? Ему, да, да. Какая разница, как он сделал? Главное, что сделал. ГЦ. Ну, давайте, бейте, я на паладина. А, блядь, сейчас, стойте. Сейчас. Поздно. Да-да, я про то, что, блядь, потом зайду на паладина, сейчас шмот разрулит, там время осталось. Мало. Блядь, ну давайте еще выходить 20 лет, ёбаный рот. Давайте после трэш, короче. Шмотруй. Ну, типа того. Шмотках не кончилось. Нет, и потом я говорю, разрул шмота после вот этой всей хуйни. Берите птичку.
Че, онлайн ролим или че? Да, но я вот что-то, судя по плюсам, вижу, что можно его не анролить. Так а смысл? Другие-то не кастеры. Все кастеры наши. И Тора Судерская. Да, блядь, дай ей, Влад, не обратно лидера. Или помощника чего-нибудь. Сейчас рогалик зайдет. Здесь, Саня, какие-то там траблы были. Чего? Сейчас в Дискорд зайдет. Влад. Да ты просто написал бы, я тебе же, блядь, не вижу, нихуя. Мы Тарас Утерский в роли. Понятно. Наташа просто по фактам разъебана. А, там Аматерас. В смысле, блядь? А, это там не то, блядь, ладно. Аматерас его разъебал. Блин, вот. Хотел все две тринки на скорость. То есть. Как обычно, Алитандал? Открываем тебе это говно. Давайте быстрее, блядь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все понятно. Короче, ловик ойл, значит, распыл нахуй. Там Лисакс вон. Прист умеет, по-твоему, таскать нахуй чистевые. Распыл. Давайте, пожалуйста, без вот этого ебать. Блять, еще раз. Если еще раз я увижу вот такую хуйню, человек не получит вообще нихуя ничего, блять. В принципе, больше нахуй никогда. Потому что затрахали, блять. Злиныч. Не, вообще больше ничего никогда. Это только на дороге. Я потому и спрашиваю. Цены еще, блядь, его тут нет, поэтому. Дороги для мышки, если он не собирает мышку, то только не пылите, если не надо, мне отдайте. Угу. Ты сам распылишь? Не. Не падают с этой обычки, а с пол. Так, у меня-то вроде шмот весь закончился, блядь. Кстати, хочу отметить, что ваш голос... Чего? У меня шмот весь закончился, но ладно, вас заролишь. Пока я, блядь, захожу, перехожу, блядь, сейчас я чекаю, ты роль там дальше. Хочу отметить, что ваш рога смелый чувак.
играть в комбате, которого каждый апдейт убивает, это надо уметь. Дядь, у него, во-первых, основной мейн — это мутик, а комбат у него — это для рофлов. А. Так что, да. Что еще скажу про твой билд? Неутомимость зря взял. Бля, я вот просто, понимаешь, этот человек... Я просто, понимаешь, этот человек пытается что-то Ассалину рассказать. Мне аж прям смешно нахуй становится. Я играю в скрипт. Блять, он... Я вообще не знаю, Ассалин, что ты последние лет 15 на чем-то, кроме Роги, играл? Незаметно. Ладно. Ребят, время как бы. Ладно, ты там особо не жди, не ролит нахуй. Вон Сереге дал распилит. И ты еще что, блядь, с ним сделай. Тут, блядь, половину шмота нахуй никому ничего не надо. Значит, человека не было на... Ну, он не бил. Ай, блядь, здорово, хуй, да. Лазворочи плюсую. Сумните меня по-братски. Ох, я рейтриком пуха с РПом. Нормально. Ну шем же таскают. Рафан Хазазас. Как АДК тоже. Типа тоже. Ну, типа тоже можно. Почему бы нет? Если никому не надо, то похоже. Так, что мне менять этот? Как его будет? Ну да, доспех ты стоишь. Не, давай, если там людям действительно одеть нужно на основной спек, пускай одевают. Там у тебя много, Влад, еще шмот? Короче, по тактике галактика, я летаю, вы пиздите, вы играете в Tower Defense, все. Хилю через Дэн. Хилю через Дэн. Так, а что, все остальных таймером нету, да? Пока что. Не горит. Ну, как бы не горит, но можно дорулить, если там что-нибудь осталось. Да там ткань какая-то была. Я бы взял. Похуй, давайте позже, короче. Угу. Влад, дай мне этот. Ёбаный, как его, блядь. Вань, сними праведную. Да, точно, это же не Гера, блядь. Не надо минус урон давать. Фласка юзер. Поехали. Поехали, поехали. Чё же стали-то? Прям в упор к ней встань. Я, кстати, немножко хиляю паладина фапну, блядь. По подавителям больше дамага. Полдырного заберите. Хлеба. Давайте еще это. Меня проебывать не будет чуть-чуть, ладно? Это будет профильно. Пламя.
подавителя Мурон где? Справа свечка. Всегда столько порталов открывалось или апнули? Да. По-моему, всегда. Да, помню, как-то на хапале бегал, там портал приходилось искать. Да, есть такое иногда. Слева далеко свечка. Нихуя себе, что за приколы. Свечка. Спонд. После этого Геру можно давать, наверное. Да. Да, то я обычно, блядь, ее же это задумываюсь. Дайте Геру. Печка справа, слева. Ну, всего лишь по 300 тысяч хуяли. 275, ладно, не преувеличивай. Ну, было 333, блядь, когда у меня фулл прок был. Чё ты мне рассказываешь? Бля, опять истерию никто не кинул. Полочек. Мне прям прикалывает, когда ты потом вот так вот, блядь, в хэме стоишь и тупо себя хилишь, чтобы не сдохнуть нахуй. Полочек. Ладно, там это... Да и нет. Спасибо. Я поел не то. Ну и говнолуд, блять, конечно. Что, мы дальше идем? Или так, 7 минут осталось. Ну, куда мы нахуй, блядь, и уже не идем, блядь. Только трэш зачистить, блядь, если хотите. Давайте, пробуем. Давайте, кто прыгает? Кто за мной? Блять, никто не повелся, да? Хуёвый из тебя, мейтер. Ё, что? Кисти рук. У меня макроса нету. А, всё. Ну вот, кистевое. Без
бесполезные диваны. Не, ну, чисто это. Здесь мы все, типа, можем продлить. Наши обычные посиделки. Ну, блядь, если мы вайпаемся на Синдре, это сразу ру нахуй. Скажите, на успех за ролю? Можно, нет? А вы не хотите, вы не хотите по-другому трэш на Синдре убить? По-другому это как? Это типа мы идем к решетке сразу по краю и выводим туда трэш. Да, и зачем столько времени тратить, они бы как к нам прибегут, это очень долго. Но с учетом того, что у нас там народ отваливается, у нас и так 4 хила, короче, все это можно уже нахуй делать. Я говорю, чтобы комнаты не перекономили. Поехали отсюда нахуй. У нас так человек отваливается, и хилов не хватает. А вдруг боешка? Да, какая там боешка? Давай портал в Долоран.